Геннадьевич, что можете сказать? Очень результативный получился матч. Ну, сразу на ум приходит, что ребята заждались победы, и, конечно, эта победа как глоток свежего воздуха. Последние 4 игры мы выигрывали, где-то выигрывали даже в 2 мяча, где-то не везло, где-то судейские ошибки. Ну, рад, что все-таки ребята не опустили руки. Сегодня вышли с хорошим настроем. Здесь, наверное, можно говорить и у «Факела», что были проблемы с составом, да, там и травмированные, и дисквалификации. Ну, победа есть победа, забили. Дай бог, чтобы эта игра придала уверенность. Пожалуйста. Сергей Нишпалов, рабочий путь «Спорт». Такой вопрос. Как можете оценить игру Максима Глушенкова в сегодняшнем матче? Ну, конечно, он сыграл полезно в центре поля и завязывал игру, и голевые отдавал, и индивидуально дриблинг шел, игра давалась ему. Ну, здесь только положительные оценки. Еще вопрос. В главной команде сейчас сменился тренер. Насколько он обращает внимание на «Спартак-2»? Может быть, или были по каким-то конкретным футболистам вопросы, чтобы подключить их к основному составу? Ну, мы общались, да. Ну, он, во-первых, эту группу футболистов, которая еще при Кононе не тренировалась, он несколько тренировок видел их, и Маслова, и Руденко, и Бакаева, и того же Глушенкова. Вопрос в чем состоит? Ну, может, кого-то вот еще конкретно, вот, ну, кроме вот тех, кого включил Конов, может, кого-то еще конкретно он уже заметил и хочет подключать к основному составу? Ну нет, ну все, он только неделю находится, то есть короткий срок он находится, и я думаю, что ему еще, наверное, не удалось игры посмотреть. Предыдущая игра в «Чайке» была в одно и то же время, когда они играли с «Рубином», поэтому слишком мало времени, я думаю, чтобы он заметил. Но мы на связи, и мы так договорились, что если я сочту нужным, что кого-то порекомендовать, он всегда готов услышать, и всегда готов пригласить и посмотреть. После первого тайма, что говорили ребятам, счет был очень такой уже большой. Как вообще удавалось мотивацию удержать у них? Ну, здесь что, именно в таких играх вот, что надо уже стараться играть в футбол, чувствовать эту уверенность и вот, чувствовать эту структуру, чтобы на будущие игры, вот это наработки вот эти, что у нас, в принципе, не всегда получалось в последних играх ввиду разношерстности состава, чтобы как-то это передалось, закрепились эти взаимодействия. Два хэт-трика сегодня было, такого не было еще в истории «Спартака-2». Как-то отметить игроков, тех, кто сверхрезультативно сегодня сыграл. Как мы отмечать его? Ну, я имею в виду, да, как внутри можно. Ну, скажем, большое спасибо. У нас нет отдельных премиальных за голы, как в некоторых других командах. Поэтому, я думаю, ребята сами довольны, что забили. И ну, как-то, по крайней мере, поздравить-то стоит внутри коллектива, наверное, как-то. Ну, поздравим. Спасибо.